мы шли на столок, гуляли, ну как, военные проезжались, и мы пошли, ну как, мы на столок шли купаться, это было летом. Мы проходили, себя проехала колонна, и упала какая-то штучка, да я даже не знал. Я поднял ее просто, я что-то нажал вроде как, и она вот просто так взорвалась, и все. Ну, мне страшно стало вообще, ну, аж перед так вот, я аж в обморок чуть не падал. Без пальцев, ну, и не все получается так себе. Тут даже дрова рубать, ну, так себе вообще, ну, как, плохо, ну, не все получается, если честно. Страшно ходить бывает ночью. А так мы ночью как бы военных еще войны не было, гуляли бывало до 10. А так на рыбалку вообще даже на столок не пускают. Да, расстраивают. Ну не сильно, но иногда бывает, что так аж до слез бывает.